Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко. И сегодня мы распакуем вот такую вот немаленькую посылку. Что здесь находится? Здесь находятся суккуленты. Если вдруг слышите первый раз это слово, ну это, знаете, маленькие цветы, которые в основном для украшения, для дизайна вашего помещения, для декора, для интерьера. И есть живые, есть неживые. В моем случае это неживые, потому что из Китая живыми, ну, не знаю, доехали или нет. Здесь несколько штук. Мы сейчас посмотрим, что это. Я просто-напросто покажу. Так, ну, немножко помялось, что не есть гуд. Само дерево. Что из него можно выровнять, а? Да, выровнять можно. Можно сделать более или менее адекватное, вернуть его к жизни. Вот это вот сюда. Устанавливаем и... Такое вот красивое дерево получается, да? Давайте поставим его пока на задний фон и будем смотреть дальше. Дальше у нас... Они полностью пластиковые. Запах небольшой, кстати, есть, но... А здесь... Вы знаете, он выветривается практически сразу. Ну, дабы исключить все сомнения, можно вынести... где-то вне помещения. Здесь эта вещь совсем не помялась. Я не знаю, как они правильно называются, что это за цветы. В идеале, конечно, может быть, в ближайшем будущем сделаю вот это вот все, только что-то живее. Можно расправить. И горшочек надо немножечко вот это вот все вытереть вот. Смотрите, что в итоге получается, как все просто, легко и просто. Обычный горшок пластиковый, сюда пенопласт, и в пенопласт устанавливаем такие вот цветочки. Ладно. И последний на сегодня. Это вот такое вот дерево, только зеленое. Это, ну, немножечко помялось тоже. Ну, ее можно подровнять. Так, и здесь устанавливаем. И здесь получается такое вот дерево. Итого, вот набор. Запах, ну, когда находишься рядом возле них, очень-очень близко, тогда чувствуешь. Во всяком случае, я, наверное, все-таки вынесу немножечко на улицу их или на балкон, чтобы вот это вот все немножко выветрилось. И можно использовать для декора, согласитесь, такие вот яркие, интересные, прикольные суккуленты, украшения для интерьера. Классные штучки, будем смотреть, будем использовать в дальнейшей практике. Все ссылки на вот эти вот вещи вы найдете в описании под этим видеороликом. Кстати, есть отдельно продаются сами горшочки, есть отдельно продаются сами вот такие вот растения или деревья. Если вам есть куда их устанавливать, можете взять сами деревья без горшка. По данному видеоролику у меня все. А всем, кому этот видеоролик чем-то понравился или был полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети, делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми и близкими, ведь многим он может быть интересен и полезен. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч!